Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Border Collie Vlog, и сегодня будет такой маленький, интересный ролик с участием моей будущей девочки, которую я выбрала. Сегодня мы будем проводить ее первый урок с кликер, то есть вообще ее первая тренировка. Она будет минуты 2-3, может, от силы. Сейчас все покажу, объясню. И, думаю, вам будет интересно. Заниматься я буду только со своей девочкой, с другими не буду. С другими уже сами хозяева будут в 2 месяца заниматься. Многие меня спрашивают, с какого возраста начинать работу с щенком? Вопрос очень банальный и очевидный. Как только щенок переступил порог вашего дома, с ним можно заниматься. Моей девочке сейчас где-то месяц и неделя примерно, может чуть больше. И по ее состоянию, по ее работе с общением с человеком, я вижу, что она уже, в общем-то, готова к первым, самым простым, базовым, легким урокам, которые не час, не два, а длительностью 2-3 минуты. Начнем мы, конечно, если получится, с игры. Она вообще спит. Дремает, сейчас сонная. Она увидит мясо, сразу проснется. Я думаю, вначале, наверное, все-таки покликаем. Я объясню ей, что клик означает еда, еда равно клик, клик равно еда, еда равно правильно. Займемся таким типа шейпингом, но не совсем. Короче, просто буду кликать, давать еду, кликать, давать еду, кликать, давать еду. Я хочу, чтобы клик означало что-то веселое. Что-то типа «Да! Молодец!» И плюс этот звук не должен ее пугать. Это обязательно. Хотя это шицуих. Но реально ничего не пугает. А вот наш подопытный кролик. Вот эту девку я себе оставляю. Она спит сейчас, она уснула, она устала, она голодная. Ты голодная. Из-за того, что она спит, я сейчас вначале покушать ее дам. Они знают слово «куси». Слово «кусь» обозначает, что кушать, 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 кушать. О, вскочила, побежала. Куси, куси, да? Я надеюсь, вот те морды не будут нам мешать. В общем-то, это то, что я сейчас буду делать, подходит к любому щенку. Любой породы, группы, специализации. Вообще, к любому щенку. Первые тренировки, они самые базовые, они у всех одинаковые. А потом уже, в зависимости от собаки, от породы, от определенной собаки в породе, мы ответвляемся в разные стороны, обучаем разному, потому что есть разные еще направления обучения. В зависимости от психики собаки. Начнем. Начнем. А то у меня уже вон носки грызут. Носки грызут. Да, она уже знает, что такое камера. Я убрала коврик, чтобы он не мешался. Попробуем поиграть, но я думаю, она не будет. Для agility очень важно играть с собакой, чтобы собака играть умела. Из-за этого мои щенки учатся играть, как только открыли глаза, начали чесаться зубы, все. Я вижу, они хватают игрушки, значит, можно начинать игру с человеком. Я думаю, хватит, потому что она сдуется через 2-3 секунды. Видите, сдулась все. И начнем уже более интересную для нее работу. То, что она сейчас кусает меня, это нормально. У нее чешутся зубы, и я еще не объяснила ей, что можно кусать, а что нельзя кусать. Да. С рук они уже умеют есть. Это они быстро учатся. Хочу, чтобы она при клике искала еду не на полу, а у меня. Вот, молодец.
Дед Зайка. В таком возрасте, конечно, нет смысла просить от щенка что-то большое. Это, например, даже команду сидеть, лежать, стоять, это еще рано. Самое основное сейчас это научить, что кликер это да, и хождение за рукой. Хождение за рукой мы будем чуть позже, потому что надо вначале научиться, что с руки вообще дается еда, потому что на данный момент едят с пола. И когда говоришь слово куси-куси, они ищут еду с пола. А теперь нужно, что кликер это еда из руки. Она чует, где еда, она знает. Пока ничего не понимает, но это нормально. Смотрите, я держу с одной руки здесь и здесь еду. И она здесь не получит, а вот здесь получит. И она должна уже как бы тянуться в эту сторону. Боже, а что-то включается. Сколько надо повторений с кликером? Да сколько угодно, честно. От 50 до бесконечности, пока собака не поймет. О, уже вижу, что реакция есть. У шицу достаточно медленная реакция, я ее замечаю. Бордеров я бы, наверное, не заметила. Хотя там было бы, наверное, вот так. Все, быстро, резко, туда и сюда. Уже убежала бы, побежала бы, бордер уже все ушел бы сделать. А вот шицу нет. Они достаточно медленно думают. Вот, вот. Уже, видите? Уже только что она потянулась к моей руке. Уже тянется вверх, а не вниз. Да. Сейчас я даю ей за любое действие, вообще за все, что угодно. Мне просто надо приучить собаку к крикеру. Молодец! Молодец, молодец, молодец! Да, после еды очень тяжело разыграть собаку, но надо. Ай, молодец! Ай, хорошо! Мне все равно, с чем она сейчас играет, главное, что она играет. Молодец! Молодец, молодец! Ай, супер! Ай, браво! Кити-кити-кити-кити-кити-кити-кити. Молодец! Все, молодец! Первая тренировка должна быть короткая, маленькая, веселая, быстрая, чтобы она забрала канатик. Она стырила канатик и пошла жевать. Молодец. Классная девка, мне очень нравится ее характер, ее желание работать с человеком. Ну, в общем-то, практически у всех щенков здесь огромное желание работать с человеком. Там есть парочка таких достаточно, парочка достаточно самостоятельных, но они тоже с удовольствием будут работать с человеком. Потому что это, во-первых, такая порода. С собаками первую тренировку просто игра, кормим, игра. После кормежки очень сложно потом перейти на игру, потому что собака хочет есть, 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 и ей игрушка неинтересна, раз игрушка не пахнет мясом, игрушка несъедобна. А нам надо учить собаку переключать с игрушки на еду, с игрушки на еду. Это базовая базовое действие для любой собаки, которая вот хочет там, ну, agility заниматься. Потому что после каких-то мы хотим ее едой похвалить, а после какой-то мы хотим игрушкой. И у нас не должно быть в приоритете только еда. У нас должна быть в приоритете и игрушка, и еда. Таких тренировок я буду делать, ну, наверное, один раз в день ей. Или через день буду смотреть, как она соображает быстро, насколько ей не скучно становится от этой работы. Один раз, одно кормление это.
Это очень сложно. Особенно это очень сложно с маломотивированными собаками. Например, с чау-чау каких-нибудь. Ну, собаки, которые, ну, тупо ничего не интересно. Возможно, щенкам, да, вот интересно еда. Но игрушки там им вообще бывает неинтересно. Шицу это тоже, им игрушки особо не интересны. Ути-путечка. Устала, девочка. Все, успала. Скажи, улеглась на свою игрушку и спать. Ну все, спи. Спи, спи, спи. Сейчас я покормлю всех остальных. Их я просто буду кормить. Это мне не, ну, не интересно их обучение сейчас. Этим, ну, займется реально уже хозяин. С щенками обычно начинают заниматься в 2 месяца. Как только щенок приходит к ним в дом, сразу, ну, щенок идет на обучение. Самое крутое, что щенки после этого очень устают, потому что вроде что это? Кликер, еда, звук, еда, звук, еда, звук, еда. А собака потом думает: звук, еда, звук, еда, звук, еда. Ну, конечно, она не так думает, как я сейчас вам уже сказала, но все равно вот эта мыслительная деятельность, что что-то происходит, дают еду. Что-то происходит, дают еду. И, ну, собака думает и устает очень сильно от того, что она думает. Это круто. Все, хватит мучить щенков, уже пора их кормить. И надеюсь, я достаточно подробно объяснила, почему я сейчас начала работать уже со щенком, не жду 2 месяца, потому что я знаю рассказы, которые говорили, что людей другие, которые говорили, что да, мы подождем еще, зачем рушить щенку детство, мы начнем заниматься в 6 месяцев, но для кинолога обычно такие люди звучат так: мы придем к вам, когда у нас появится проблема. Из-за этого, здравствуйте, месяц щенку, я уже начала с ним заниматься. Можно было подождать до 2 месяцев, но зачем? Если я вижу, что щенок уже готов работать с человеком. Если бы я видела, что щенок еще такой неряшливый, не очень понимает, что, где, то есть, ну, неделю назад еще я поняла, что это, ну, она не готова еще. Сейчас я уже, ну, вижу, что щенок совершенно готов работать с человеком полностью. Просто надо объяснить щенку, как мы работаем, что мы работаем не через зубы, не через укус, а мы работаем через еду. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам реально понравилось и было полезно это видео. Извиняюсь, что бордера стало так мало, потому что с тем с бордером намного меньше, а тут щенки, и я могу вам прям наглядно показать, как я делала это. Все то же самое, только, ну, с бордером. По сути, все было прям то же самое, что будет сейчас и с этой мелкой. Только какие-то только в некоторых местах на улице это будет все отличаться. Ну, немножко отличаться, потому что бордер ко мне приехал в 4 практически месяца, а эта девочка у меня с рождения. Я ей займусь, и у меня будет реально шицу аджилист. Как хотите, но будет. Фух. Я только еще тренерша своей не написала, но мне страшно. Все, всем пока.